Защита. Защита выстраивается следующим образом, при помощи локтей. Локтевая активная защита. Основы, собственно, технически, как она выставляется. Один общий вариант для всех видов защит. Рука локтевым сгибом закрывает челюсть и сама дает жесткий упор на корпус, чтобы в случае толчка, любого силового воздействия я мог стоять. Если руки в каких-то других позициях, меня начнет шатать всячески. Вот, рука здесь. Вторая рука, базовой формы, накрывает пальцами линию роста волос основания черепа. Локоть прижимается к себе вот таким образом. Получается, и локоть пытается свести. Получается вот такой вот панцирь. И второй вариант. Нижняя рука точно так же. Верхняя рука кладется сверху. Прихватывать можно и на всякий пожарный случай. Первое базовое упражнение чисто на координацию движений. Встали и начинаем плавать из защиты в защиту, сажая ее на те же самые маятники. Тактическое применение защиты. Саша, иди сюда. Буду тебя бить. Правило 2. На самом деле, локтевая защита никогда не делается на отходах. Она приравнивается глухой и безразлично. С какого места? Не, нормально, давай. Локтевая защита делается либо вперед, либо на маневре в сторону. Соответственно, самый простой вариант — это защита вперед. Делается очень простым способом. Там думать сильно не надо. Двойка пошла. Я просто выставляю локти и стараюсь ткнуть ими человека в лицо. Попутно он от меня отбивает все, что можно отбить. И второй вариант, он более такой обширный, это я пытаюсь локтями встретить конкретно его удар, перекрыть максимальное количество площадей. Не быстро. Либо я бью по кулакам, по предплечьям, либо, если дистанция близко, или если идут боковые удары, я выставляю локоть в его локтевой сгиб. Значит, на этом чуть-чуть поподробнее, боковой выставим. Вот. Локти выставляются, мы поворачиваемся вместе с маневром. Мы не отворачиваемся от удара и закрываемся, а наоборот, поворачиваемся на удар и стараемся свой локоть, ну, для демонстрационных целей чуть пошире, стараемся локоть вставить ему сгиб для того, чтобы рука не дошла до моего горла. Пробивай, вот, правый. Вот, как можем видеть, человек тяжелее меня, вот при всем усилии у него рука до меня не долетает. Но это идеальный вариант, именно боковые, ближний бой. А так, базовое упражнение очень простое. Сейчас показывать будем без перчатки, а так она делается с перчатки. Человек просто, я стою на месте, человек на меня набрасывает какие угодно удары. Я пытаюсь защититься. Не забываем про маневр.